«Газпром» рассматривает возможность предоставления украинской госкомпании «Нафтогаз» новых отсрочек по оплате поставок топлива. Об этом заявили руководители российской газовой компании, передает обозреватель. В то же время они подчеркивают, что на сегодняшний день долг украинской стороны превышает 1 миллиард 300 миллионов долларов, и положительной динамики по его погашению в концерне не видят, пишет обозреватель. Заводской районный суд Запорожья огласил приговор трем бывшим работникам Днепрогаза. За две недели этот приговор можно обжаловать как в прокуратуре, так и нескольким десяткам родственникам погибших, информирует канал 24. Одного из газовиков приговорили к 4,5 годам заключения, двух других – 3,5. Им также запретили в течение нескольких лет занимать руководящие должности на предприятиях газоснабжения. Подсудимым инкриминировали нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, в результате чего в октябре 2007 года произошел взрыв бытового газа на улице Мандрыковская в Днепропетровске. Тогда погибли 23 жителя многоэтажки. Свободной продажи оружия в Украине пока не будет. Комитетом по вопросам промышленной и инвестиционной политики был отклонен законопроект, позволяющий свободно приобретать травматическое оружие на территории страны, пишет «Таймс». Парламентарии не нашли достаточных оснований для принятия подобной инициативы. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады. По информации обозреватель.ком, Украина ввела запрет на ввоз из Болгарии мелкого рогатого скота и продукции из него, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры. По информации главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины, на территории Болгарии зарегистрировано заболевание оспой овец и коз, о чем официально сообщило Международное эпизоотическое бюро. Учитывая это, ввоз на Украину мелкого рогатого скота, продукции, сырья и репродуктивного материала из него запрещается, говорится в сообщении. 15 ноября – начало эры табакокурения. В этот день, 15 ноября 1492 года, Христофор Колумб в своем дневнике впервые описал табак, который употребляли индейцы, передает канал 24. Позже, именно благодаря испанскому мореплавателю, человечество получит одну из своих самых вредных привычек. Правда, первым европейцем, который попытался закурить, был отнюдь не Колумб, который считал курение пустой тратой времени, а член его команды Родриго де Херес. Он, очевидно, и стал первой жертвой табака. Курение стоило ему 7 лет тюрьмы, ведь когда он вернулся в Испанию и начал на людях выдыхать дым, его приняли за одержимого дьяволом. По информации корреспондент.нет, 3 человека погибли, не менее 10 получили ранения в результате взрыва газопровода в населенном пункте Янков-Пшигацкий в центральной части Польши. После взрыва начался пожар, огонь перекинулся на жилые дома. По словам очевидцев, пламя достигало 10 метров в высоту. Чемпионский бой Ломаченко перенесли. По информации канал 24, первый чемпионский пояс Василию Ломаченко придется подождать. Бой украинского боксера за титул чемпиона мира WBO в полулегком весе перенесли с января на март, информирует Boxing News. НАСА показала, каким был Марс 4 миллиарда лет назад. Сотрудники исследовательской миссии НАСА MAVEN представили концептуальное видео, на котором показано, как мог бы выглядеть Марс 4 миллиарда лет назад, сообщает MIT-News. На видео показаны все изменения, которые произошли на планете за это время. Исследователи учли изменения климата и показали, как многочисленные реки и озера замерзают или высыхают, а также продемонстрировали, как планета получает тот вид, к которому мы уже привыкли.